Дело Вадима Игонина, подозреваемый в предоставлении подложного документа, не спешат рассматривать. Ну, какие-то необоснованные затяжки идут по этому делу. Хотя существует в прессе, центральной, в прессе вот Саратовской области, главу района судили. В районах реформа по упразднению городских администраций пошла не так. Может быть, было бы наоборот, для чего создавать искусственное объединение Богородицкий район, искусственное абсолютно, когда есть поселение, которое именуется город Богородицк. Власти Тулы области заявляют о грандиозном ремонте дорог. Однако автолюбителям и пешеходам до сих пор приходится передвигаться по танкодрому. Людей мы без дорог не оставим. Вы прекрасно понимаете, что это, да, не просто полотно, но это как бы вот артерия города. Превращение региона в туристическую жемчужину может обернуться боком. Кому нужны здания музеев? Несчастье заключается в том, что закрытый музей выгоден его начальству. И вы знаете, его никогда не откроют.